Вот это ужас! А черт возьми! Ох ты ж черт, что там такое? Ёшкин крыс! Черт возьми! Дорога на Холден. Всем привет! Всем привет! Это я и Арбатский. И сегодня мы начинаем прохождение карты Дорога в Холден. Она не очень сложная. Наверное, будет коротенькая. И, в общем, будет весело. Так ведь? Привет, Ютуб! А? Да, я думаю, тоже будет весело. Ладно, пойдем. Посмотрим, что у нас тут есть. Пойдем. Я в паутине застрял. Так, возможно, тут что-нибудь есть. Да, тоже вообще дофига. Это тебе понадобится в дальнейшем, мой дорогой мальчик. Ух ты, мечи, вагонетки. Так, я тоже беру себе вагонетку. Самый прикол, я беру булыжник. На сервере написано, в правилах сервера написано, что нельзя ломать блоки, а кирку они дают. Для чего? Давай, поехали. Да, блин, я назад поехал. Тоже. Блин. Так, погоди чуть-чуть. Подожди, не, ты уехал уже, что ли? Да. Блин. Это будет взрыв. А черт возьми! Ты хер не уехал! Да уж, офигеть. Неждан. Твою мать! Так, я бегу к тебе. Точнее, я еду к тебе. Ты едешь? Да. Я тогда вагонетку уберу. Ты угнал, блин, там. Все взорвал. Так, ночью. Путь обрывается. Дальше придется идти пешком, нахуй. Плывем. Че? Впереди деревня. Какая? Колдомей. Там наверняка можно что-нибудь найти. Ну, посмотрим. Что тут можно найти? Так ведь? Ну да. В печках ничего нет. Ладно, пойдем. Ох ты ж черт, что там такое? Там вообще потерял. Так, ну где же Бен? Он кое-что тебе оставил. Меч, кирка, хапчик, карта, часы. О нет, дверь закрылась. У Бена должен быть запасной выход. Твою мать, выпустите меня отсюда! Ух ты, смотри, что тут? Пошли. У-ху! Прыгаем. Опа! Я куда-то провалился. Отдохни немного и отправляйся. Отдохни немного. Ладно, я посплю первый. Теперь ты давай. О, тут доспешки. Пью. Тут доспешки. И стрелы с луком. Давай, ты же у нас супер лучник. Бери стрелы и лук. Угу. Так, посмотрим на карту. Отличная карта, конечно. Вообще, мы так много исследовали. Вообще, прям. Я поесть даже не могу. А часы нам нахер дали? Чё часы делают? Время показывают. Да ладно. Ладно, пойдем. Чё тут, какие-то кнопочки есть? Ты всё ещё в ящике, что ли, или чё? А, ты одеваешься. Я это одеваюсь. Пошли. Пошли. Такие коридоры никогда ничего хорошего не дают. Беги. Да ни в одной игре такого не было. Ладно, побежали. Тут интересненько так. Мы что-то там нажали? Я не знаю. Ёшкин крыс! О-хо-хо! У меня так лагануло сразу. О-хо-хо! Кошмар. Путь завален. Дорога на Холден. На Холден. Вагонетки, золото и красная пыль. Зачем она нам? Ты не знаешь, зачем нам красная пыль? Нет, не знаю. Давай, я тебя подтолкну. Я уже подтолкнулся. А сам? Сейчас туда поеду. О, смотри, как это так классно. Черт возьми! Вау.
Я свалился! Дорога взорвана, придется идти пешком, ёп! Это было круто. Иду. Сундучок. Ух ты, зачарованные мечи. Гибель насекомых и небесная... Я небесную кару себе беру, чур. А ты бери гибель ладно, насекомых. Все равно, я же лучник дофига. Ну так возьми себе гибель насекомых. Я сюда еще кирки заберу. О, тут есть удочка, и тут есть удочка. Тут кто-то в дверь уже долбится. Ух ты, нифига себе их тут. Вот это ужас. Какую-то ачивку мне дали, смертельный удар. Ёб твою мать. Да, выберу, чтобы их отстрелять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, их там. Отходи, отходи, отходи. Да все в порядке, у меня все под контролем. Охереть, тут плоти мертв. Ни хрена себе! Вот это ёб твою мать. Ёпта! Я отхожу. Опа, опа. Закрой дверь. Не, нормально. Сейчас я весь меч проиграю. Извиняюсь. Кто там толпится? Блин, может поможешь? Я есть хочу. Давай я прикрою. Я поем. Все, я сыт и готов. Ой, зомби, меч вывалился. Ой, как вас тут много, ребята! Все, у меня три сердечка осталось, я отступаю. А там меч он валяется. Это я так что выбил. Ёп! Может свалим уже, а? У меня меч сломался! Я твою мать! Что-то там надписей, это сколько могилы. много надписей, много надписей! Куда это идти? Могилы! Да ладно! Я ищу выход. Чёрт, я умру сейчас. Вот, выход здесь. Мне придется сейчас пробираться через... Я ухожу. Подожди меня там немного. Мне сейчас придется пробираться через взорванную нахер в жопу. Тут есть река и порт. Тут взорванная нахер в жопу комната, которая тогда взорвалась. Тут уже зомби успел зареспиться. Я пока тут подстреливаю зомби. Охренеть. Дорога на Холден нахер. Ой. Стой, вагонетка! Фух, я уже думал, ты без меня собралась ехать. Different city every night. Alright. Окей. Там, короче, будет прям выход рядом. Значит, я тут снова сюда дошел. Тут... У меня даже меча теперь нету, а тут дохерища этих зомби уже на лестнице. У меня есть дофига мечей. Иди сюда и спаси меня тогда. Надо уничтожить, по-моему, этот раздатчик. Помоги мне! Опа. Твою мать! Я бегу, бегу, бегу! Мне надо пробежать к тебе! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Меня сейчас забьют, меня сейчас забьют! Ух ты! Из зомби выпал столько железа. Зажали в углу, меня в углу зажали! Куча зомби меня зажали в углу! Отвлекаю, отвлекаю. Меня убили. Я живой. А там мечи были в сундуке, где ты спал? Нет. Я по-другому разводился, по-моему. Короче, я броню нам сейчас принесу. Черт возьми, черт, черт! Воу. Я бью их ступеньками. Я готов по-здоровому идти. Ступеньками, я их бью ступеньками. Я бегу. О, ко мне один пришел! Они вообще капец! А-ха-ха! Они тут, они уже тут, около взорванной комнаты. Да там один зареспился, да. Чёрт, чёрт, чёрт! Проклятие, ты где? Бегу. Вот я уже здесь. На тебе меч. На второй. Спасибо. Сейчас броню тебе выкину. Да.
выход там вот недалеко от входа. Но нам нужно добраться. Прорубаемся! Смотри, ты меня прикрываешь, а я сейчас пойду уничтожу раздатчик. Там день, они горят. О. Черт, где вы? Давай, выход? Убивай всех. Я не могу зайти. Фу, я зашел. Извини, я тебя побил. Там из кого-то шлем выпал. Все, я уничтожу раздатчик, они не будут появляться. Я собираю наши вещи и ухожу. Где выход? Это кто? О, тут железные големы! Это кто? Собирай вещи, все остальные наши кто уходим. Кто такие железные големы? Это... они как бы нам будут помогать, по идее. Собирай вещи. Куда идти-то? Я застрял в паутине. А разбивай железным мечом, так быстрее будет. Сюда что летит-то? А, мы отсюда вышли. Сейчас я покажу. А вот тут, смотри, тут красная это. Красная руда, тут надо красный факел поставить, чтобы там что-то зажглось и получилось. А, это раздатчик работал так. Это раздатчик здесь стоял, я его уничтожил. Давай, вот выход. А-а. Я тоже еле-еле его обнаружил. А вот порт. Так, подожди, что тут у нас есть? Лодочки. Я возьму штуки. 10. Так, подожди, мне надо ненужное выкинуть. А выкинь в сундук. Да не. Так веселее. Давай садись в лодку. Стой. А, вот тут еще одна есть. Где тут перед-то у нее? Я не могу развернуться. Они там застряли, походу, дела. Вылезай из нее. Ой, я сам застрял. Плывем. Я как-то застрял. Я застрял, подожди. Выруби меня. А, во, все, пошли. Моя зато лодка убежала. Поплыли. Че там встал? Я застрял, я не могу ничего сделать. Вот ее разбей и заново сядь от нее. А вот все, она отключила. Все, поплыли. В меня только не вмажься. Свиньи. Срать на них, у нас свинины до хрени. Ты быстрее плывешь, чем я. Да ладно. Ох ты, смотри, тут такой водопадик. Ой, я сейчас врежусь. Смотри. Тут что-то вон, опять дерево, тут опять порт, надо сюда, наверное. Мне кажется, сюда, нет? Вот сюда. Мне тоже кажется. Давай. Поднимемся. Я вижу там табличку. Где? А, так блин, ты в какую-то жопу еще поднялся. Ну, конец первой части, продолжение следует. Надеюсь, вам понравилось. Что за херня? Все что ли уже? Да. Мне кажется, что нужно идти в телепорт. Ну пошли. Что-то у меня он без конца просто его телепортирует. А вот. Где я? Все, загрузка мира. Что-то мы падаем просто куда-то. Сейчас прогрузи. Мир грузится. Ну, мы в аду. И куда мы попали? В ад. Вау. И что это надает? Ну все, типа конец игры нет. Вон там что-то есть. А, это стол плавал просто. Видишь, тут просто как бы это. Просто платформа. И все, а снизу дыра. Ладно, надеюсь, вам понравилось. Мы, может, еще сейчас другие карты скачаем, еще, может, поиграем. Ну а пока. Всем пока! Всем пока!